Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня именно то самое время, когда я должен совместно с вами прокачать ОВР своему составу. 131 мы совместно с вами будем прокачивать. Напоминаю, если вы хотели бы принять участие у меня в конкурсе на звездный абонемент, то вам нужно набрать всего лишь 15 тысяч просмотров за сутки. Обязательно оформить подписку на мой YouTube канал, также открыть ваши подписки на YouTube и ни в коем случае не забыть написать комментарий, кто что вы принимаете участие. Вам нужно, например, в звездном абонементе получить 5000 FIFA поинтов, либо самоцветы, которые там даются, монетки, усиление навыков и так далее. Ну и самая главная награда вас там ожидает — Рио карточка. Плюс за абонемент, который вы от меня получаете, вы сумеете получить там 5000 FIFA поинтов, а за этот абонемент приобрести все 3 дополнительных абонемента, которые у нас появятся. Абонемент нападающих, полузащитников, а также защитников. И вполне возможно то, что у нас еще будет ультимейт абонемент чемпионата мира 22. Главное, напоминаю, это подписка на мой YouTube канал, лайк, комментарий и подписаться на мой телеграм-канал, потому что только подписчики моего телеграм-канала сумеют получить звездный абонемент. Если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтов, звездного абонемента, то через меня, через моего бота в телеграм-канале вы можете приобрести абсолютно любой товар официальным путем и без каких-либо блокировок. Вы что делаете? Вы заходите в мой бот, нажимаете, например, интересующую для вас игру FIFA Mobile либо Brawl Stars. FIFA Mobile выбираем. Нажимаем на раздел FIFA Points, либо абонемент, и уже заказываем то, что вам больше всего нужно. Например, абонемент атакующих, либо звездный абонемент, но также у вас есть хорошая возможность приобрести FIFA Points. Самое главное, то что покупая через меня FIFA Points, либо звездный абонемент, вас не заблокируют, и все покупки через меня происходят только официальным путем. Ваши данные не передаются другим людям, например, китайцам, которые могут просто-напросто взять, стырить ваш аккаунт и перепродать его. На покупку FIFA Points в больших количествах для всех вас будет действовать хорошая скидка, так что обращайтесь, все можно приобрести через получить. А, знаете как сделаем? Вначале подкрываем наборы с игроками, а уже после этого я соберу сразу все награды и получим усиление навыков и так далее. Может быть что-то годное мне выпадет, 100 плюс игрок. Как думаете, есть ли шанс на кого-то там беста нереального? Ох. Блин. Не, ну красиво, конечно, дочиталось все. Депала карточка 4 500 000. Ну, думаю, даже за эту стоимость ты хрен его продашь. 100 плюс открываем и смотрим, что будет выпадать. Ох. Самое крутое то, что мы гарантированно 108 рейтинга игрока получаем. Ну, прям все должны получить его. О, Парахима карточка 105 ЛВшника, ничего себе. Вот просто интересно, смогу ли я продать его на рынке? Самый главный вопрос для меня сейчас. Ну, не гони. О, хорошо. Мартинес за карточка 103. Сейчас мы будем абсолютно все перепроверять. Могу, не могу перепродать их. А здесь интересно, что-то годное выпадет. 95 плюс игрок. Ну нет, нет, походу ничего интересного не будет. Да. 95 вратарь. Ну это так. А прикиньте, нижний открывает, сейчас нереально годнота выпадает. Ну такое иногда случается. Поэтому все что угодно можно ожидать отсюда. ЛЗшник у нас, но по рейтингу не знаю, сколько там у него. 98, это не. Хотя, кстати, не понял, какой мне там выпал, но тоже неплохо пробовать. 98, если так задуматься. Ух, допало, еще раз карточка. Походу не повторяется, что-то мне так кажется. Слишком часто те же самые игроки выпадают. Я еще до этого открывал у ребят. И вот прям реально постоянно повторялись. 90 рейтинг, ну такое себе. У вас, кстати, хорошая возможность есть принять участие в конкурсе и получать меня совершенно бесплатным образом звездный абонемент все лишь за ваши лайки, за ваши подписки и за ваши комментарии. Но если вы вдруг испытываете проблемы с покупкой, то через меня вы можете задонатить и через моего бота приобрести официальным путем звездный абонемент, обычный либо улучшенный. И также у вас есть хорошая возможность через меня покупать FIFA Points в неограниченных количествах. Если что, ссылочка на моего бота находится в описании. А мы продолжаем открывать. Пытаемся годноту куда словить. По крайней мере, пытаемся. Если бы не пытались, было бы очень плохо. Ну и 101 рейтинг максимум такой самый четкий, который смогу получить. Ну давайте 90 плюс уже на всякий пожарный откроем. А вдруг что-то годное здесь будет находиться? Ну вряд ли. 90 рейтинг такой себе. И здесь, здесь, здесь ничего интересного нету. Ну походу нету. Собираем все награды сразу. Что поделать? Надо.
забираем 101 ЦПшника и вот такие вот ништяки, которые здесь даются. 4000 поинтов уже забрал. Я думаю, может быть, сейчас потратить. Давайте еще потратим, получим немного наград. Я просто усилки хочу получить. Они мне пригодятся для прокачки моего основного состава. Поэтому приходится это делать. Подтвердить. И здесь 100 плюс игрока тоже получим. Надеюсь, что-то интересное будет. Карточка города было выпало. Я думаю, конечно, на рынке сейчас дохренища его карточек. Но все же приятно, когда карточка города было выпадает. Кому-то из вас карточка города было выпадала? Пишите в комментах. ППшник. Эх, ну, 96 плата. С платой пока что у меня все хорошо. Собрать все. И забираем усилки отсюда. Блин, так хочу, чтобы нужные усилки выпадали. Давайте еще подкрываем. Хрен с ним, надо. Соберем отсюда тоже усиление навыков. Фух, что не сделаешь ради усилок. Ё-моё, ух ты, ни хрена себе, сколько тут усилок. Блин, заставляют меня. Прям реально вот здесь вот заставляют тратить. Все. Пока что не буду. Главное, чтобы хватило. Я прям очень хочу, чтобы получилось все. И кто здесь? Франция? Нападающий. Да ну нахрен. Жиру карточка? Хорошо. Приятно. И мы сейчас соберем отсюда еще усиление навыков все. Монетки, жетоны программы, предметы переноса тренировки, самоцветы и билеты стадиона. Это крутая награда, однако. Далее нажимаем. Усиление навыков. Блин, не то прокачалось то, что я хочу. Контратака немного не докачалась. Давайте прямо сейчас защиту закачаем. Рио карточку закачиваем. Прикиньте, Рио карточка на 20 смогу сделать. Нет, нет, не хватает. Эх, контратака вообще чуть-чуть осталось. Надо думать как. Но походу только один вариант остается у меня. Друзья, кстати, я вам напоминаю то, что через меня вы можете купить абонемент на FIFA Points. И на протяжении 28 дней вы будете получать вот эти вот синие штуки, которые даются здесь. FIFA Points 600 штучек, монетки, потом ежедневно по 100 поинтов и ежедневно по 100 монеток. И всего 3300 FIFA Points вы получаете плюс 2 миллиона 800 монет. Заходим в раздел ежедневная тренировка. Мне не хватает всего лишь одного жетона, чтобы получить два раза данную награду. Ну ладно, что поделать. Можно, конечно, за 50 FIFA Points, но, честно, не особо хочется тратить на вот эту вот ерунду. Появилось офигенное спецпредложение у нас в игре. Смотрите, в основе всегда у нас будет обновляться. За самоцветы, за FIFA Points вы сумеете покупать предложение в магазине. Покупаете звездный абонемент. Со звездного абонемента вы получаете 5000 FIFA Points, а за вот эти вот FIFA Points, которые вам даются, вы можете заходить в раздел в основы и каждый день для себя забирать офигенные спецпредложения, которые вам даются. Например, я меняю сейчас 200 поинтов на 3500 самоцветов. Это супер офигенное предложение, редко такое происходит в eSports, но это спасибо. С помощью таких спецпредложений вы сумеете правда забрать премиального кумира 109 рейтинга совершенно бесплатно и без какого-либо доната благодаря eSports и их спецпредложениям, которые они вам дают. Заходим в раздел наград и здесь мы совместно с вами продолжаем наш путь карточки самого Робина Ван Персия. Здесь сколько нам усилений навыков дали? Не особо много вроде бы. Сейчас проверю. 175, но это мало. Вряд ли что-то годное сумею получить эту 2. Показай все. Продолжаем передвигаться. Надеюсь на то, что на что-то годное хватит. Жетон программы 700 штук. Далее. Усиление навыков 250. Вот это вот нужная награда. Мне бы побольше усилок получать. Что-то подвисать, не могу понять почему. Собираем. Что-то годно будет. Зюля карточка, Александра и Мартинеза. Ну, вполне, я не знаю, что еще сказать. Норм. Предметы ранга. Нет, блин, не чтобы усилки были. Ну ладно, давайте заберем и эту награду. Ну, хоть как-то. Пооткрываем здесь еще набору. Посмотрим, может быть, я смогу отсюда получить тоже какую-то жесткую карточку. Или есть шансы, что я наконец-то сумею еще усилок кучу получить, которые мне не хватает. 4. Показай все. Усилений навыков не особо много было. А давайте 3 сразу откроем. Месси Левандовски. Может быть, я сумею карточки выбить? Ну, хотя на самом деле вряд ли, но хотелось бы. И снова лимит достигнут у нас. Приходится снова мне заходить сюда и заниматься обменом.
Быстрое добавление, обмен. Еще раз обмен. Бляха, я подустал, если честно, делать эти обмены, но заставляют Есспортсмена с этим заниматься. Быстрое добавление. А вам что-то годное из этих наборов выпадало, кстати? Можно, конечно, здесь поиграться, монетки себе вернуть, которые я потратил на усилки Рио Фердинанда карточки. Открыть. Далее. Быстро. Надеюсь на то, что годное что-то будет выпадать. Так, тратим. Далее. Вот занимаясь этими обменами, спустя ровно 2-3 минутки придется снова возвращаться в раздел обмена. Так не хочется этого делать, ну, вынуждают нас Есспортс с таким действием. Далее. Еще раз быстрое добавление. Зашли мы в предложение абонемента, собрать все, нажимаем сюда. Показать. И ничего такого суперинтересного я не вижу, к сожалению. Я могу обменять свои жетоны на усиление навыков. Давайте прямо сейчас это сделаем. Сколько тут надо? 1800. И поменяем. Не факт, что нужно выпали, но что поделать. Иногда приходится этим заниматься. Подкрываем еще наборов. 4. 400 жетончиков тратим. Блин, ну почему мне не выпадают толковые игроки? Я не могу понять, что не так. Опа, 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 наконец-то, наконец-то что-то интересное. Нет, блин, ну 100% не интересное. Ну за что? Ну почему нельзя дать что-то годное? Я не понимаю. Ладно, открываем дальше. Я думал, есть шансы на карточку Месси и так далее, но нет. Показай все. Тут такие карточки. Левандовски находится, Мбаппе, Варан, Месси. Ну и как мне получить хоть кого-то из них? Я не понимаю. 100 тысяч монет. Ну так себе. Три набора еще открываем. И после этого делаем сброс. 1500 самоцветов. Круто. Сброс нажимаем. И полетели. Давайте еще открывать. 5 сразу. За раз. Усилки нужные выпали? Ну, не факт, не факт. Продолжаем открывать. И еще откроем 4 набора, ровно. Последние, которые остались. И здесь вот прям, ну, все что угодно. Ух! Блин! Я уже подумал то, что карточка Роберта Левандовски. И 750 самоцветов стало выпадать. Раньше давали по 1500, сейчас Есспортс чуть-чуть подфиксили это все дело. И скоро, возможно, сумею карточку Бергам пополучить 109 рейтинга. Не хватает всего лишь 17 усилений навыков для того, чтобы я сумел сделать ОВР составу 131. Блин. Прикольно, я уже сумел выполнить одно из испытаний, но осталось дождаться 38 дней, тогда сумею забрать игрока 108+. Не знаю, кого именно, но сумею забрать. Карточку Ван Дейка, Кейна, Месси, Левандовски я пока что еще не сумел собрать, но постараюсь. Возвращаемся обратно в звездный абонемент. Нужно проходить для того, чтобы все-таки усиление навыков получить, которых мне не хватает. Дорого стоит, кстати, дальше прохождение. Ну ладно, что поделать. 160 усилок забираем. Может быть, мне повезет. И нужные выпадут. Опа, и 100 плюс игрока. Давайте откроем прямо сейчас, узнаем, кто выпадет. Годнота. Ну. Ромеро карточка. Сотовый рейтинг. 3 миллиона 700. О, кстати, на рынок сейчас зайдем, проверим. Смогу, не смогу их за эту стоимость продать. Показай все. Как я говорил, опять этот лимит с игроками. Но сколько уже можно? Сколько мне не хватает тут? Раздел основы. Быстрое добавление. Далее. Быстрое. Далее. Ох, капец, капец, капец. Далее. Еще раз добавляем. Фух. Ну, вроде бы почти все прошел. Все вот эти испытания, которые меня здесь поджидали. Немного осталось, и все. Я смогу это сделать. Прям совсем чуть-чуть. Последний раз закинем. Да и все, хватит, я думаю. Далее.
Возвращаемся к звездному абонементу, и осталось 2 уровня купить и все. Собрать все награды. Грубо говоря, мы это сделали совместно с вами. Ну и также я заберу карточку Рио. Сколько он стоит? 38 миллионов монет. Также здесь находится 500 усилений навыков и плюс еще 200. Хорошо, 700. Заходим в мою команду, нажимаем усиление навыков. И все, я сейчас умею сделать 131 ОВР. Хаджи карточка. Я его прокачиваю. 131 должен быть. Да, есть, 131, есть, я сумел это сделать, 131 ОБР, добро пожаловать на базу. Тут еще можно много игроков поменять, и тогда я сумею сделать 132 ОБР составу. Ё-моё, я смог это сделать, столько времени прошло, но я все-таки закачал. Я посижу, обдумаю все варианты, как докачать 132 ОБР, и там такую машину мы сумеем совместно с вами сделать. Ребята, я очень надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите крутые комментарии вот там вот внизу. Если вы от меня хотели бы бесплатным образом получить звездный абонемент, то просто-напросто принимайте участие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии вот там вот внизу. Это самый легкий условие, но если испытываете проблемы, то можете покупать через меня, через моего бота, который находится в ссылках в описании. Спасибо большое каждому из вас за просмотр, всем до скорых встреч и всем вам пока!